Савелий, спасибо за 1000, первый донат. Так, Савелий. Бля, нормально я разъебался. Бля, а шо по руне, угадаю, не? Конечно, угадал, Савелий. Дефолтный, да? Ну ладно, там ОД долбоёб. Ой, волшебность. Савелий, спасибо за 1000. Сейчас посмотрим, что там. Там что-то, кстати, вроде нормальное. Но это не точно, это не точно. Потому что название может быть обманчиво. Да, у него видео есть, он меня видит. Так, что, утонуть, кого-то уебать? А, они все фуловые, а как я уебу? У меня есть ульта, но мне надо, чтобы кто-то был на котках. Потому что я не могу просто так взять и ультануть. Как бы нет, я могу, но толку от этого мало. Стилить не буду, помогу сразу. То есть вы меня знаете, я никогда фраги стилить не стану. То есть я не из этих чертов, которые, знаете, за прах мать продадут. То есть мне на фраги всегда было похуй. Вообще всегда. Так, на миде мы долбоеба на имбе отъебали. По денаем обоссал его, по фарму тоже. Чел имбой патчем стоит, чисто попукивает что-то, без заряд скинный. Нормально разъебали. Плюс ты забыл про своего прадеда по ботиной линии. Мой Шигачев. Да нет, у меня его. Так не звали деда по ботиной линии. Сбежавший из концлагеря в 1900...